Добро пожаловать на канал HardResetInfo. Перед нами находится планшет Lenovo Tab M8. И сейчас мы разберемся, как сбросить настройки сети данного девайса. Итак, для начала мы переходим в настройки. После чего мы идем в раздел «Система». Здесь мы нажимаем кнопку «Сброс настроек», после чего выбираем функцию «Сбросить настройки LAN и Bluetooth». Таким образом мы сбросим всю историю подключения Wi-Fi и Bluetooth, также пароли. Нажимаем «Сбросить настройки» в правом нижнем углу, подтверждаем это графическим ключом, нажимаем «Да». На этом все. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До скорых встреч!